Окей, еще ничего не закончилось, можно не разбегаться. 9 часами позже. Такс. Встретиться с Биланом на газовой станции. Такс, квесты. А, это сайт-квесты. Попытаться помочь местным. Окей. 33% прошел, окей. Значит, мы поехали, он далеко? Ууу, в каких пикулях-то он, а? Так, берем тачку и едем. Так, интересно, я могу ее как-нибудь заапгрейдить или еще что-нибудь? Как я вообще могу ее заапгрейдить? Так, вот у тебя могу купить какие-нибудь апгрейды? Вот это я не посмотрел. Так, по-моему, нет. У, зато пистолетные патроны, все. О, господи, боже, ты вы посмотрите. Купить. Окей. Какая разница, у меня все равно этого дохрена всего. В смысле, денег дохрена. Такс. С кем-нибудь я могу поговорить? Нет. Наверное, с механиком могу поговорить. Так, о чем они еще говорили? Вот этого я не понял. Так, unexplored place. Safe zone. Ну, как видите, здесь дофига есть мест. О, господи, ни хрена себе здесь. Карта-то огроменная. Которую можно зачистить мест. Так, а что это получил? Ранга. Угу. Мне дали Stranger Outfit. По-моему, я не... А, это нужно менять в отдельном месте. Аутфит свой. Только... Да какая разница, я все равно не вижу, как я выгляжу. Стоять. What the fuck? Что это было? Так, ну, заметим тачку. Попробуем из нее забрать бензин. Не-не-не, хватит топ-спид челленджей. Лена, Крейн, все в порядке, ты нас заставил беспокоиться. Все в порядке, не беспокойся, но послушай, твой пациент был прав. Есть группа здесь, и все члены, похоже, иммунны к вирусу. Иммунны? Как это вообще возможно? Не знаю, но их защищает какая-то местная, местный шаман, который зовут Мать. Я пытаюсь до них добраться, но люди не доверяют здесь чужеземцам. Пытайся, конечно, но будьте осторожны. Так, я не получил топливо отсюда, да? Окей, а здесь? Найс. Ну, теперь передвижение по миру Dying Light становится более-менее адекватным. Интересным. Сливаем. Да фак. Постоянно локпикать нужно тачки полицейские. Еще. Давайте полностью вот заправим просто по максимуму. Им надо было ачивку сделать там, я не знаю. Заполните своего друга по максимуму. Как-то прозвучало не очень, да? Все, я заправился по максимуму. Гоу! А вот это что такое, подождите. Так, вот давайте это уберем нахер. Рандомная встреча. Я хочу историю посмотреть, если честно. Блин, а если я это буду проходить потом, когда полная версия выйдет? А как мне выкладывать? Я же не до конца не успею пройти. Фак, это мне перепроходить надо будет. То мне нравится, все нормально оптимизировано сейчас. Можно записывать без всяких глюков и багов. Помните всяческие артефакты, которые у меня были в основной части прохождения? Вот меня одно это вымораживало, я не хотел, если честно, проходить. А тут... Все красивенько и не глючит. Ну, разве что текстурки максимально не поставить. Ну, потому что у меня просто-напросто иначе игра начинает идти в 30 FPS. Так, я думаю, что...
В этом банкомате по-прежнему есть деньги. Так. Угу. То есть он здесь, да? Окей. Так, не понял, а как зайти внутрь? Где у вас Беляль этот? Беляль. С кем можно поговорить? Эй, Беляль. Я ж материться начну. Узнали, как крафтить дисчарджер. Ну что, сломалось? По-моему, что-то сломалось. Я ни с кем поговорить не могу. Говно машина. Погнали отсюда. Так, не понял. Ну или все. Или DLC правда кончилось. Либо оно заглючило. Ну-ка, видите, с этим парнем я поговорить могу. Хм. Никто на меня внимания не обращает. Ну, скорее всего, либо контента нет, либо... вырезан он, либо еще что. Либо я баг нашел, ну то есть я зашел сюда и просто-напросто персонажа нету. Я хз. Такс. Ну, скорее всего вырезан, потому что, если честно, не нашел никакой инфы по поводу того, как, что сделать. Еще попробуем погонять здесь. На баге, подождите. Так. Ну. Я могу только кастомизировать. Модифицировать я не могу. Так. Починить. Ну, то есть понятно. Видите, тут есть, когда на суше находится тачка, можно заресетить ее позицию. А когда она в воде, то нельзя. Поэтому этот надо как бы пофисить им, наверное. Написать им, что ли, по поводу этого дела. Ну, я хз, давайте пробуем приехать куда-нибудь. Что-нибудь сделать. Я думаю, что это как бы the end. Что очень печально. Потому что я только вошел во вкус, и тут, ну, отобрали просто. Знаете. Ну, в Steam у меня, по крайней мере, появилось DLC, поэтому вроде как мне должны его выдать на халяву. Да, я знаю. Обалденная штуковина. Player menu, press F. Player menu and press F. А? Так. Player menu? А, вот collectibles. А, вот это что ли? Так я думаю,
О, ну ладно. Хорошо. Я думал, там что-то можно посмотреть конкретно, так тут... Как тебе сделать более четкой, а? Не хочу такой, с такой размазнёй ездить. Еще написано в правом нижнем углу ПРО. Так, Volatile NSVO. Ульи, которые находятся под... А, что? Которые кормят землю? Volatiles? Если вы уничтожите их, вы уменьшите популяцию монстров Volatiles и сделаете ночи более безопасной для себя и для местных. Но будьте осторожны, эти улья полны Volatiles'ов во время дня, так что ваш лучший шанс... лучший шанс уничтожить его, это сделать ночью, понятно. То есть, это по сути данжены они добавили. Сложные данжены. Ну понятно, как бы, окей. Что тут еще есть? Ну с этим-то вообще классно передвигаться. Так, локпик. Обалдеть. Ну ты что, издеваешься, что ли? Обалдеть. Скрыл первые два замка на изиче. В этом DLC я этот не могу вскрыть. Почему? О! Потому что не надо было вообще двигать. Хм. Ва. Привет. Я помню, что тебя... Тебе лучше не подходить, потому что ты бомбишь. Мама. Ну и вас нахер. О, черт. О, фак. О, черт. О, нет. О-о-о-о! Дерьмо. Окей. Окей, я забыл, что здесь есть зомби, которые зомби. Это, которые очень-очень суровые зомби. Ну, знаете, вот ради этого только одного можно купить DLC. Даже если оно синглплеерное, вот ради вот этого вот. Хотя, знаете, в... Да вы издеваетесь, что ли? Серьезно, вот этот говнюк. Хотя, знаете, Dying Light такой кооператив, что просто вот лучше бы его не было. О, я пошел отсюда. А! Окей. Ну, как видите, здесь есть тоже какой-то восклицательный знак. Только сделать ничего не дают в этом случае. Так, легенда, что это такое? Это квест. Да? Так, квест. Вот я стою прямо перед квестом. Взять его мне не дают. А, во-во-во-во-во-во-во. Down the rabbit hole. Исследовать пещеру под горами. Люди, мы нашли ветер... что? Нового улья. Короче говоря, мы узнали о новом улье волатайлов от безлицых. Если вы хотите выжить, никуда не ходите рядом со старым Gloomy Ridge'ем. Просто идите альтернативными путями. Так. Ну, я не буду этим заниматься, если бы... Пропавший человек. Назам пропал 2 дня назад. Она пропала. Она, наверное, вернулась к своему старому дому снова. Она... У нее паранойя из-за... У нее паранойя от того, что ее древнее дерьмо, ее бабушки, может быть, залутано бандитами. Пожалуйста, кто-нибудь. Если вы ее увидели, можете ее отследить, пожалуйста, Меркур? Окей. Так, отследите Болтера и привезите его ливер. Я не знаю, что такое ливер.
Я хочу спросить, зачем вам нужны, что там, чертовы волтеры? Они продолжают раскапывать могилы наших любимых. Они едят их трупы. Господи, в городе ничего не учат? Все о запахе. Они используют его, чтобы привлечь еще таких же. Это как феромоны, да. Вот что я хотел сказать. Или можешь, ты хочешь использовать, чтобы их отвлекать? Это то, что я хотел сказать. Ты учишься быстро, мальчишка. Значит, болтеры будут привлечены свежими телами и... Ты оставишь все дело ветру? Да. Если ты увидишь болтера, просто привези его в машину, хорошо? Или перейдь в машину. И помни о... Ливер — это селезенка, по-моему. Болтеры в контрисайде. Болтеры чувствуют себя безопасно на полях в контрисайде, так что... Они находятся снаружи во время дня и спят, когда ночь приходит. Когда вы видите одного, просто догоните его при помощи багги, он бегает быстро. Их место, где они кормятся, находится на карте. Отмечено на карте, окей. Отомстите за семью Эркана. Верующие, мы просим вас молиться во имя памяти Эркана и его семьи сегодня ночью, в надеждах, что мощь матери или сила матери поможет его дочери пережить эту травму. Не теряйте надежду, братья и сестры, даже если монстры не дают вам жить. Скажите мне немедленно, если вы увидите каких-то незнакомцев неподалеку, не позвольте бандитов застать вас врасплох, как они это сделали с бедным Эрканом. Джазир, эти бандиты, которые забрали ферму Эркана, не боитесь ли то, что они дальше на вас нацелятся? Мы здесь не сможем справиться, мы не солдаты. Я не пошлю людей туда умирать. А твой набор умений может пригодиться в этой ситуации. Просто поговори с Эцки. Она пояснит, какие уроды они есть. И, может быть, попробуем найти Палата тоже. Он работал на ферме Эркана. Может быть, у него есть что-то полезное, что он может сказать тебе. Так, а что еще? Похожий человек. Дэмит и Белкит... Можете увидеть, есть ли что-нибудь полезное в Оазисе. Если вы... А, это было очень храбро с их стороны, но... Они были дураками. И мы не можем принять что-то дурацкое здесь. Мы не можем этого позволить. Кто бы это ни сказал, что это была хорошая идея. Ну и черт с тобой. Я надеюсь, то, что... сила матери поможет удержать их в безопасности. Если вы что не слышали, она, пожалуйста, расскажите. Так, это я не буду брать, ясен пень. Так, спросить Эски о деталях. Так, это палат. Ну ладно, палат. Эй, палат. Я думал, что ты хотел пойти на ферму Эгона. Нет, суицид. Дай мне это судить. Может быть, бандиты на это место нацелятся. Пусть не попробуют. После того, что они сделали этой девочке, здесь не будет никакого сожаления к ним. Если хочешь, думаешь так, почему ты ждешь? Давай отомстим. Мы злые. Правда. Но мы не безумцы. Хочешь, чтобы тебя убили? Я думаю, что я смогу справиться с парнями с пушками. Я думал, что ты можешь мне помочь. Джесси сказал то, что ты работал на этой ферме. Работал там, конечно. Если хочешь действительно туда пойти, следуй по стене и иди на восток от выхода. Есть дыра в большой стене. Ты сможешь, наверное, использовать ее, чтобы пробраться туда, внутрь. Так, где Эзги? Тут еще и домик есть. Я в домик зайду, хорошо. Женщина. Жалко, что выпинывать двери нельзя. Я бы так выпнул, капец. Так, а это считается за историю или это все как бы... Второстепенные здания, они в story missions, ну, в смысле, в прогресс не идут. Процентный. Эзги, я... Это дочь Эркана. Правильно? Нет. Это не она. Это то, что от нее осталось. Она была самым счастливым человеком, которого я знала, но теперь... Извини. Но она... В сознании, так ведь? В сознании, да. Но чем дольше она живет, тем больше я понимаю то, что...
что она больше не хочет жить. Когда она начала мало говорить, она сказала мне то, что они навредили ее и ей матери. Они выстрелили в лицо ее брату, заставили ее смотреть. Я позабочусь об этом. Они больше никому не принесут вреда. Да, конечно. Извини. Я просто думал то, что... Я слышал это много раз раньше. Понятно, это она лежит. Я думал, о ком она говорит? А там баба какая-то лежит. Ой, я упал, по-моему, только что. Я скатился по лестнице, знаете, такой кубарем. И потом встал, такой, все нормально, никто этого не видел. Все в порядке. Я не зафейлился. Так, так, сколько у меня времени осталось? 50 минут. Я успею. Ранг? Нет, квесты. Так, механик. Ну, это я не могу сделать. Ясен пень почему-то. Так, а карта? Карнич? Окей. Ага, тут дали мне... Улья Волатайлов проверить. Так, пропавшие люди. Пропавшие люди. Unexplored. Ну, понятно, то есть мне сюда нужно гонять. Так. Стена, ага. Ну, слушайте, все помечено, просто капец удобно. А то, ёпта, тебе скажут в какой-нибудь игре, мол, иди там, зайди с этой стороны, с этой. Там подрочи, здесь пофап, и ты такой... What the fuck? Идите в сраку, понятно? И вот просто забиваешь и идешь на пролом. А тут прям все нормально, пометили. Все по-человечески просто. Мы отомстим за Эрконов. Сейчас зомби, короче, будут мстить за Эрконов. Будут себе автофиляцию делать. Нет, все правильно сказал. The fuck? Это были люди? Там кто-то говорил, мне показалось. Черт, интересно, на шоссе можно выехать, надо проверить? Давай! Нет, даже с нитро не получается. О, фак, теперь не могу съехать. Лучший водитель на свете, я знаю! Уу! Йоло, просто насрать! Да насрать мне найти. А, Хантинг Тауэр, господи! Охотничья башня, fuck my life! Я, наверное, там мне сказали уже не Hunted Tower, а Hunting Tower, охотничья башня. Окей, 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 окей. Там, наверное, уже в комментах 300 раз сказали по поводу этого дела, мол, да ты дебил. Так, окей. Карта. Здесь, да? Спокойно. Заходим. Через дыру в стене. Всех выносим. По-тихому. Смотрите, как это делается. Смотрите. Смотрите. Ну и ладно. Не захотел он подыхать. Я не вижу его. Вот так. Это самая лучшая вообще позиция, которую я мог выбрать. Вся в траве. Господи, как же он передвигается. The fuck. Ты охерел, что ли? Ну я просто приседаю, потому что. Спокойно, сейчас мы зайдем, смотрите. Да fuck you! Дверь не открывается, тоже мне. Сейчас... О, подождите. Что? Пока. Нихера мне хп. О, нет. Конечно, это не взрывная бочка.
Иначе с его стороны было бы очень умно сидеть за взрывающейся бочкой. Удостоверитесь в том, что никто из бандитов не остался в живых. Как удостовериться? Бомбануть здесь еще, что ли? Или кликнуть? Кто бандит, тот лох, они такие, фак! Или цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа, да? Так хочется быстро сохраниться и пойти, я не знаю, кому-нибудь по щам. Подождите, я сейчас по щам кому-нибудь. Скоты, давайте влезайте, я сейчас нахер надаю всем по харю. Эй! Эй! Блин, будете, нет? Бабуля дома. Халва. Халва вкусненькая. Что-то халвы захотелось, знаете, не знаю почему. Козел! Козел! Тварь! Вольнюте! Чтоб ты сдох! Тварь! Сраная! На тебе, козел, по яйцам! Чё? Шум? Какой шум? Наверное, вот здесь? Сейчас меня запрут здесь, может, не стоит прыгать? Трус. Сам ты трус, понял? Ты кто? Эркан. Эркан, просто убей меня. Почему? Как же они могли? Эркан, это ты? Трус, убей меня. Эй, Эркан. Что же я мог? Ты в безопасности, мужик. Твоя дочь жива. Возьми себя в руки. Пристрели меня, пожалуйста. Я хочу присоединиться к ним. Трус. Эркан, твоя дочь жива. Она на ферме Джазира. И она нуждается в тебе. Трус. Да бляха муха. Джазир, ты там? Я не знаю, как это произошло, но Эркан жив. Хотя он ни хера не понимает. Эркан жив? И ты правда избавился от этих бандитов? Послушай, он не знает меня. Я не могу до него достучаться. Он в глубоком шоке. Фарма чиста, так что я не знаю. Может быть, ты можешь попросить кого-то из парней его привести назад? Конечно, конечно. Мы позаботимся о нем. Спасибо. Кстати, если то, что Эркан жив. А чё у нас наверху? Тут еще столько... Да как же я подходил к этому всему? А, понятно. А, подождать до ночи. Стоять. Атлет Джаггернаут. Ноу, щит, у меня есть все. Подождите, подождите. Вот это надо... А, украинской нету. Я бы сейчас такой, знаете, показал, мол, украинцы тоже надо купить. И белорусской тоже нету. Вот видите, да? Так, Джаггернаут, Скаут, Раннер. Все дали посмотреть. Stranger Outfit, во. Я не знаю, правда, что это даст? Какая разница, в принципе, в чем я бегаю? Мне даже не показывается со стороны, как я выгляжу. Такс. Так, окей. 43 минуты. Я даже не знаю. Надо еще обшарить, может, что есть. А это что такое? Racing Trophy. Ну, коллекционные предметы, понятно, здесь. Запихали? Напихали на карту. А вы кто? Check the body. Что это мне дало? Я типа должен проверить, это Эркан или не Эркан? А я типа его знаю, да? Мне даже его не пок... А, нет, подождите, там же фотка была, по-моему, да? Нет, это не фотка. Так, ну я погнал назад. Поехали. О, черт, баги, это круто. Но знаете, в чем минус этой игры? Смотрите ее на ютубе. Ох ты, нихера себе. Во-первых, вы не прочувствуете этого эпика сами. Во-вторых, сейчас я заеду на мост и спрыгну туда нахер к чертям собачьим. Это будет просто супер эпично. В-третьих,
О, черт! 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 Ну ничего, нормально, лежим. Похоже, у меня проблемы. Найс. В третьих, ну и к чему я это вообще вел-то? Не к тому, что вы не можете поиграть, да? Как бы вы можете поиграть 9 февраля, а к тому, что все цветное, здесь динамичное все и очень светлое. Из-за этого YouTube, из-за этого видео становится очень-очень сильно артефактными. А учитывая, что еще YouTube жмет их очень сильно, ну, вы понимаете, что будет жопа. Но знаете, вот это DLC возвращает веру в Dying Light, если честно, в Techland. Эти парни молодцы. Так, нет, история не сдвинулась с места, так что... Сайд-квест не считается за историю. Так, надо поговорить с Эдзги. Вообще, да, там, да, нам можно ночью поездить. Пойти один из Volatile Nests вынести. Попробовать, по крайней мере. Как я обещал, бандиты больше не угроза. Спасибо. Ты сделал меня больше, чем кто-либо в этом забытом богом месте. Эдзги, я много видел. Единственная вещь, которую могу тебе сказать скоро, это то, что начнет меньше болеть. Ты думаешь, единственный друг, который... Она единственный друг, который потерял в момент выброса? Ужасно. Я настолько бессердечный, что мне перестает вредить или что-то того. По крайней мере, она получит своего отца назад. Эркан жив. Они привезут его сюда назад. А? Он выжил? Полагаю, что она будет немного более счастливой, когда он услышит это. Хотя... Хотя что? Ничего больше. Просто мысль. Мне просто интересно. До того. Она говорила мне то, что... Все прожило со всеми. Она ни слова не стала о нем.